Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина, и я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться своими косметическими покупками за июль месяц. Их было по количеству немного, но они для меня достаточно дорогостоящие, классные, которые я очень давно хотела попробовать. В общем, по ряду причин отпуск у меня в этом году летний накрылся медным тазом, как говорится, поэтому я немножечко позволила себе хотя бы какие-то свои косметические желания исполнить. Ну, давайте начнем по порядку. Что касается уходовых средств, в серии аптек Vita была акция на белорусскую косметику. Два по цене одного. Я давно хотела попробовать мезопилинг стакатку для лица, глубокое очищение от биэлиты из серии Мезокомплекс Косметикс. Слышала очень классные отзывы на этот продукт, поэтому, конечно, когда увидела, что скидка, решила сразу ее приобрести. В скаточке в этой 100 миллилитров, стоила она, по-моему, порядка то ли 250, то ли 260 рублей. Хотела взять сразу две упаковки, но, к сожалению, на полочке была только одна. Поэтому я в качестве второго средства выбрала мезотоник для лица из этой же линейки. Оптимальное увлажнение с гиалуроновой кислотой, с аминокислотами. Оба эти средства 200 мл объем в тонике. Также вот он то ли 250, то ли 260. Я вот уже не помню, что из них сколько стоил. Но в итоге я заплатила 260 рублей за два этих средства. В общем, очень довольна. Попробую, потом с вами поделюсь своим мнением. Но пока решила оставить на осень эти продукты, так как все-таки в составе кислоты сейчас нежелательно ими пользоваться. Далее в Литуаль также была акция на ряд продуктов. Два по цене одного. И я решила познакомиться с компанией Клиник. Ранее никогда не приобретала я эти средства в силу их, так скажем, сильной небюджетности. Ну вот, в школе такая акция была, решила все-таки рискнуть. Первое, что я взяла, это вот такой крем для лица Clinique Pep Start в объеме 30 мл. Крем этот матирующий и увлажняющий. Коробочка выглядит вот таким образом. Здесь заглушка. Крем такой нежно-розового цвета. У него практически нейтральный аромат. Консистенция очень приятная. Хорошо распределяется, быстро впитывается. И вот по моим ощущениям, он будет очень экономичен в использовании. Так как вот довольно-таки маленькое количество крема, который я взяла, практически на половину ладони я смогла распределить. Как только закончится крем, который сейчас у меня в использовании, я с удовольствием начну пользоваться этим средством. И приобрела я еще вот такой наборчик. Здесь в составе знаменитый увлажняющий крем от Clinique и бальзам для губ Chubby Stick. Давайте обо всем поподробнее. В фирменную бумажку был упакован набор. Ну и вот сами продукты. В креме также 30 мл, но я хочу сказать, для
люксовых продуктов. Это хороший объем, так как они очень и очень экономичны. Здесь уже несколько другая консистенция. Он более такой гелевый. Но аромат практически тоже нейтральный. Прекрасно впитывается. Тоже очень экономичный. Думаю, что буду пользоваться им с превеликим удовольствием. Возможно, даже буду их в паре использовать. Один как утренний вариант, так как он матирует. Второй как вечерний для увлажнения кожи. Ну и в 0,7 оттенке у меня бальзам. Здесь, по-моему, грамм с небольшим. Но я хочу сказать, что для того, чтобы попробовать познакомиться с продуктом, по-моему, достаточный объем вполне. Очень понравился мне оттенок. Он практически нейтральный, практически естественный цвет губ. Подошел он мне на губах. Просто божественное ощущение после этого бальзамчика. Он очень мягко лежит, губы не склеивает. В общем, они такие нежные, увлажненные. В общем, я в полном восторге. Конечно, что говорить. Люкс есть люкс. В общем, я довольна. Просто не передать словами как. И следующая моя покупка в Литуале уже была просто не по акции. Просто мне показалось, она, в общем-то, выгодным предложением. Я так понимаю, что это, скорее всего, какой-то лимитированный выпуск. Приобрела я себе палетку из трех румян. Balm Spring, Balm Beach и Balm Dessert. Здесь по 3,3 грамма продукта, но поскольку, в общем-то, такими средствами я очень экономно пользуюсь, для меня это очень хороший объем, и полноразмерка, там, по-моему, они по 5 грамм идут, и, в общем, вот эти три стоят как одна полноразмерная версия. В общем, мне показалось, что это довольно выгодное предложение. Внутри зеркала. Вот таким образом выглядят оттенки. Даже, знаете, вот мне кажется, можно в качестве скульптора использовать вот этот оттенок румян. Здесь более яркие румяна, более нежного оттенка. И вот эти, конечно, как румяна для меня темноваты, но просто идеально в качестве скульптора. Я уже повторю, сейчас я вам покажу сводчи. Очень мягкая, шелковистая текстура. Сейчас, наверное, все-таки надо пожирнее набрать, чтобы вам лучше видно было на камеру. Прекрасная цветопередача. В общем, это мое первое знакомство с маркой The Balm. Очень давно я хотела себе что-то приобрести. В мечтах еще знаменитый их хайлайтер Mary Luminizer. Ну вот пока вот с такой палеточки я начала. Первое впечатление приятное. В макияже еще пока не использовала, потому что хотела вот вам все в первозданном виде, так скажем, показать. И делала я еще два заказа в интернет-магазине Ile de Beauté. Чтобы далеко от темы румян и скульпторов не уходить, приобрела я от Benefit наборчик. Вот такой. Упаковочку сначала покажу. Здесь
6 продуктов. 4 оттенка румян, причем новинка этого года Gold Rush. И 2 оттенка скульптора для лица. В румянах здесь, по-моему, по 1,5 грамма, где-то 1,6. В пудрах по 2,6. Но опять же говорю, что для меня это хороший объем, поскольку я редко пользуюсь. И полноразмерные версии каждого этого продукта, но они тоже где-то грамм по 5 идут. Ну, дорого очень, примерно в районе 2500 единиц. А здесь, в общем, за удобоваримую цену я 6 продуктов смогу попробовать и уже, может быть, даже определиться, что мне идеально подходит, и в дальнейшем, может быть, подумать о приобретении полноразмерной версии. Ну и так давайте посмотрим, что же входит в состав. Первое – это знаменитые румяна от Benefit, Калифорния они называются. Ну, я, конечно, не знаю, как они будут в носке, но на первый взгляд они показались мне довольно яркими. Я, конечно, ну, так скажем, на 100% не уверена, что это мой оттенок. Но попробую, побалуюсь. Вот опять же, можно будет, так скажем, недорого попробовать знаменитые продукты. Вот каждая вот эта штучка примерно по 300 рублей получилась в этом наборе. Дальше. Я боюсь неправильно как-то название произнести следующих румян. Рокатюр, наверное. Ну, по крайней мере, на Ютубе я слышала, что их так называют. Если я ошиблась, и вы знаете, как правильно читается это название, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я хотела бы знать. Вот этот оттенок уже, на мой взгляд, более носибельный. Но опять же, это все первые впечатления по сводчу. Мне кажется, он немножечко перекликается вот с этим оттенком от The Ball. А следующий. Dandelion, наверное, правильно называется. Вот эти вообще очень нежные румяна. Такой нежно-розовый матовый оттенок. Тоже, мне кажется, довольно-таки носибельный будет. И последняя новинка. Gold Rush. Это уже такие сатиновые румяна. У них такой, не знаю, вам на видео, наверное, не очень будет видно. Немножечко такой легкий блеск присутствует, но, в принципе, они мне тоже понравились по оттенку. Может быть, вот как для вечернего макияжа вот эти два. В общем, это все нужно смотреть, экспериментировать, опять же, от времени года, от цвета макияжа глаз, это все будет зависеть. В общем, я очень довольна, что вот у меня эти миниатюрки есть, и я могу их изучить. Дальше, знаменитый бронзер от Benefit Hula. Понравился, кстати, мне оттенок. Для меня довольно-таки носимый и, ну, так скажем, при наличии свободных средств, может быть, я даже полноразмерку себе и приобрету. Посмотрите. По-моему, вполне удобоваримый вариант. Ну и последняя, тоже недавняя, как я поняла, новинка у Benefit. Это Hula Light, более светлый оттенок этого бронзера. Знаете, для меня, честно сказать, это даже, наверное, скорее не бронзер, а пудра какая-то.
Или это такой бронзер для совсем светлокожих девочек. Я, конечно, не смуглая, но в качестве бронзера для меня он, наверное, будет все-таки темноват. Ну, может быть, буду как пудру использовать. Посмотрю. Может быть, как бронзер для каких-то действительно совсем дневных, нейтральных макияжей. Ну, в общем, вот, у меня большой простор, так скажем, для экспериментов, чему я очень рада. Так, ну и последнее, что я приобрела в интернет-магазине Ильи Батте, там была распродажа палеток от марки Too Faced. Они перевыпустили упаковку, и вот старое оформление, ну там очень большая скидка была, наверное, 40%. Я очень давно хотела палеточку матовых, полностью матовых теней, и вот приобрела в итоге. Вот такая замечательная, красивая упаковочка. Она, знаете, очень приятная на ощупь, она такая гладкая, бархатистая. Вот, знаете, глупо, конечно, но мне ее выбрасывать жалко. И вот таким образом выглядит палеточка. Она очень маленькая, где-то с ладонь. В принципе, при желании, мне кажется, можно брать с собой куда-то в поездке. Внутри зеркало. Карточка с инструкциями, какие макияжи можно создать. И здесь три подборки оттенков для дневного макияжа, для классического и макияж фэшн. Ну, хотя, мне кажется, в принципе, вы можете по своему усмотрению эти оттенки комбинировать. Но давайте все-таки их посмотрим в случае в таком порядке, как Too Faced нам предлагает. Значит, первый дневной макияж. Ну, я вообще очень люблю тени Too Faced. У меня есть палетка Chocolate Bar. Я в полном восторге от нее. Вот, ну, просто потрясающие оттенки для ежедневного макияжа. Ну, как бы просто супер. Для меня это, так скажем, ну, вариант классического такого макияжа. Далее. Подборка классик. И последняя подборка. Извините, руку вытираю. Fashion. Ну, не знаю, конечно, как вам, но я просто очень и очень довольна этим своим приобретением. Мне кажется, очень практичная, натуральная палетка теней для повседневного макияжа, и вечерний можно сделать. Ну, в общем, я в восторге. Как же поставить? Просто все хочется вам показать. Все было видно. В подарок за заказ мне компания презентовала пробничек крема Клинику увлажняющего 72 часа. Он из этой же линеечки, только у меня гель-крем, а это, я так понимаю, просто крем. Ну, не знаю, в общем, открою, сравню. Обязательно вам, конечно, потом расскажу, в чем разница. И были у меня
два купона на 40% скидку на аромат из коллекции Aqua Allegoria от компании Guerlain. Действуют эти купоны до конца августа. Ну, не знаю, навряд ли я смогу, конечно, ими воспользоваться. Во-первых, эти ароматы еще не тестировала. Во-вторых, не знаю, как будет с денежными средствами, так скажем. Вот, ну, в любом случае, может быть, кому-то из подруг отдам или сестрам. Посмотрим. В общем, вот такие у меня были, ребят, покупки в июле месяце. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Они очень меня порадовали и, в общем, скрасили мои неприятности. Немножко, ну, женщинам мало нужно для счастья, на самом деле. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было чем-то для вас интересным, может быть, даже полезным. Может быть, вы увидели продукты, которые хотите тоже попробовать, познакомиться, составили о них какое-то первоначальное впечатление по моим сводчам. Ну и до новых встреч. Всех люблю, целую. Ваша Ирина.